Здравствуйте, а вы кому? А, вы к моделью ко мне сегодня. Что-то я не помню. А, это вы? Ну хорошо, я просто не узнала вас так по фотке. По-другому чуть-чуть выглядите. А, ну, тогда присаживайтесь. Очень меня выручили вы сегодня, да. А то моделька отказалась. В последний момент прям. А вы так... Ловко. Присаживайтесь, хорошо. Так, для начала нам нужно будет снять рилс. Даже, может быть, несколько, но давайте посмотрим, как пойдет. Так, я нашла подходящий звук. Не накрашен, да? Тогда давайте сейчас снимем рилс. А, вы накрашены. Это ваш повседневный макияж. Незаметно совсем. Ну, я думаю, ничего страшного. Давайте так снимем. Так, а вы английский не знаете, да? Давайте еще раз попробуем. Немножко артистичнее, хорошо. Ну, я-то эффектов добавлю тогда потом. Давайте вас начнем красить. Давайте я сейчас смою макияж с вас. Да? Так. А перед началом данного ролика я хочу порекомендовать вам наушники от компании GaySguru. Я очень рада, что у нас научились делать такие качественные наушники, которые вообще не уступают западным брендам. И при этом имеют адекватную цену, что немаловажно. Тюменский Илон Маск и его наушники CJPods от компании GaySguru конкурируют с Apple и опережают AirPods по заинтересованности пользователей. Forbes признали CJPods лучшими наушниками из всех недорогих и самыми недорогими из лучших. CJPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. В 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CJPods самый большой в мире динамик 10 мм. Антропометрически выверенные формы, наушники не жмут, не давят и не выпадают, в отличие от AirPods. В наушниках CJPods Air 3 динамик 12 мм. Они превзошли даже самый большой динамик и поставили рекорд. CJPods X с самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 кг. Плюс наушники обладают влагозащитой. У CJPods Air Pro микрофон такой же, как у AirPods, с кристальным объемным звуком. CJPods стоит в 4 раза дешевле Apple. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании, чтобы получить промокод Vanguard на скидку 200 рублей. А вы обычно не краситесь, да, в повседневной жизни? Ну, сегодня будет такое... Довольно яркий макияжик. Мне просто нужно отработать восточную технику с цветами. Щипит мицеллярка. Не может быть такого. У меня только проверенные средства. У вас же нет никаких аллергий. Есть. Но я всегда обычно спрашиваю, конечно, об этом, но обычно предупреждают сами. А на что у вас аллергия? А, ну, знаете, я думаю, что ничего страшного не будет. У меня только сертифицированная косметика. Покупаю все на Валбисе. Да. Там есть галочка всегда. То есть я не покупаю просто какие-то, да, вот это средства. Все только с галочкой проверенного продавца. Угу. Ну, конечно, я все дезинфицирую. У меня есть специальный спрей. Вот. Так вот, как мерместинчиком, знаете. Так. Никаких микробов нет. Ну, понятно, что когда уже прям видно, когда прям видно, то я все смываю. А так, ну, если их не видно, то их нет, наверное.
давайте тоником пройдемся, а то я вижу, у вас такая сухая кожа, прям сыпется. Да, сейчас вот такой вот тоник. На пусе. Да, мне заслали на рекламу. Но у меня, понимаете, недавно стукнуло уже 1500 подписчиков в Инстаграме. Бренды так и ломятся со мной сотрудничать. Ну, я вообще как бы довольно крупный визажист, да, в нашем городе. Ну да, оттого и цена, конечно, у нас на макияж гораздо больше. Нет, здесь не все столики мои, здесь только... здесь мой столик. Плотная запись, знаете, на самом деле больше не нужно. Да, конечно, я думаю, что вы видели в сторис, я писала, что у меня моделью стоит быть 2500. Я считаю, что это нормальная цена, потому что у меня, понимаете, да, то есть мое время сколько тратится, да, а косметику я свою трачу, да, 2500, это только за расходники, только за расходники, конечно, только за расходники, только. Ага. Я сейчас распределю вам по лицу. И ничего не будет стекать. Это тоже поможет немножко увлажнить кожу все-таки. Казалось бы, уже отопление отключили. Ну, как-то ухаживать можно за кожей, конечно. Но вы за естественную красоту, да? Я смотрю, вы брови тоже не ходите, не делаете, да? И ресницы тоже у вас свои. Но это, конечно, хорошо. Это хорошо. Я как раз-таки, да, я искала без наращенных ресниц. Ну, конечно, у вас тут вот чуть-чуть, мне кажется, у вас наращивание было все-таки чуть-чуть, да, вот тут какие клочки тут. Ничего страшного, не переживайте. Все хорошо, вы красавица. А мы сделаем из вас вообще богиню. Так. Теперь крем. Для лица с маслами, с разными увлажняющими штуками. Мы тщательно готовим вашу кожу к нанесению тона. У нас сегодня с вами довольно плотное нанесение. Вы еще такая бледненькая, знаете. Это, конечно, не очень хорошо. Камера не любит вот бледненьких. Как-то невыкрашенно смотрится макияж. Поэтому я обычно люблю... Вам, конечно, полтюбика на лицо нужно. Вас так впитывает быстро. Впитывает, и как-то вот все равно жилужение, все видно. Даже не знаю, что с этим делать, знаете, вот. Ну, бывают проблемные клиенты, да, бывает такое, что вот, ну, как-то уродливые глаза сидят, да, на лице. Кожа какая-то сухая, там, челюсть неправильно вытянута. А вы, вот, понимаете, вы прям... Хорошая такая модель для обучения, да. Мы, конечно, сегодня с вами не обучаемся, мы так для художественного промысла, так сказать. Но у вас прям такое лицо, вот оно собрало все недостатки. Вот знаете, очень сложное такое. То есть с вами будет отлично вот именно учиться, да. То есть если я буду набирать девочек в группу, я обязательно вас позову. Обязательно вас позову. Нет, к ученикам.
ученицам, конечно, не 2500 стоит. Ну, сколько? Сколько они скажут? Скорее всего, где-то 1500, может быть, 1000 просто. Всего лишь. Так, хорошо. Тональный крем у меня, ну, тона на 3, наверное, темнее вашего. Но вы не переживайте, да? Все будет смотреться довольно естественно. Потому что мы с вами нанесем его еще на зону декольте, да, зону шеи, а также на руки, конечно же, да, все-таки переходы вот делать тоже, конечно, руки будет видно. Так, так. У вас планы на вечер еще были? Ну, видите, как здорово. Очень здорово, потому что все увидят вас красивые, наконец-то, да. Нарядно. Мы вам еще укладку сделаем. Я думаю сделать вам мокрый эффект. А у вас чистые волосы. Сегодня только помыли. Отлично, отлично. Еще лучше будет. Нет, я обычно об этом как-то не предупреждаю. Просто, ну, я вообще считаю, что это нормально, когда модели приходят, чтобы, ну, чистая голова была, да, знаете, чистое лицо. Вы, конечно, не сильно обо мне позаботились, вы могли бы без макияжа прийти, там все так, ну, ладно, конечно, не обижаюсь на вас. Все-таки за час до объявления дала, вы сорвались, наверное, со своих дел. Но, знаете, большая удача ко мне попасть на макияж, потому что обычно вот так вот я делаю, когда вот зову модели. Многие не успевают, просят, готовы доплатить. Видите, как вам повезло. Теперь с пончиком я все распределю. Нет, ну что, он совершенно не грязный. Просто, понимаете, он впитал в себя, да, какое-то время назад и не отмывается. Такое бывает. Так. Ну, просто раздушу границы. Так вот. Закреплять мы, кстати, с вами не будем абсолютно. Потому что сейчас хорошо. Теперь мы давайте с вами сделаем активную коррекцию лица, да, скульптурирование. Понимаете, камера сжирает все-таки цвет. И нужно обильно вас вот так вот, так скулы вам придать. Просто у вас такое бесформенное лицо. Это хорошо. Это хорошо, конечно. Мы с вами все нарисуем, конечно. И более того, знаете, вот чем хуже до, тем виднее макияж. Работу, да, видно? Визажист. Так, отлично. Обильненько скулы. Так. Подбородок. В нашу студию, а потом вы. Время румяшек, да. Эту палетку обожают мои клиентки. Так. Добавим вам на щечки вот прям сюда.
прям под глазиком, вот так вот. У вас просто такая форма лица, вам прям так идет. Угу. Отлично. Можно еще добавить вот в целом по всему лицу. Уж точно не будет. Хорошо. Теперь давайте обильно нанесем тени. Я думаю, что это будет такой яркий-яркий смоки. Немножко осыпается вам на щеки. Ничего страшного. Ничего страшного. Мы потом с вами все консилером уберем. Темным. А вот сюда. И вот тут также. Нет, подложки я не использую. Потому что это двойная работа. У меня достаточно пигментированные тени. В конце концов, я их покупала, знаете, очень дорого. Очень дорого. Я даже уже не помню. Там какие-то там четырехзначные числа. Так. Сейчас еще вот. Вот так вот. Тут, вот так вот. Чем пахнет? Это и беляши на обед ел. Лучше всего пигментация вот такого вот голубого цвета вот здесь. Угу. Втаптывающими движениями здесь также. И давайте какого-нибудь розового. Ага. У нас с вами все-таки такой инстаграмный креативный макияж. Вы идете сегодня знакомиться с родителями своего молодого человека. Ну, видите, здорово же. Ну, оценят, что вы креативная. Угу. Хорошо. Давайте теперь стрелочки. Вот здесь вам нарисую. Так, чуть-чуть растушую. Угу. Так. Хорошо. И тут немножко, чуть-чуть вот так. Ну, знаете, стрелочки должны быть сестричками, а не близняшками, да. Так. Если что, в фотошопе исправлю. Я думаю, оформить вам брови. Давайте их расчешем. Конечно, сложно назвать это бровями, так. Ну, нет, конечно, это брови. Просто так, их мало, такие прозрачные. Ну, не переживайте, мы сейчас активно их прорисуем. У меня есть сертификат бровиста, поэтому архитектура бровей — это наше все. Я вообще, знаете, по образованию буквально архитектор бровей. Нет, это не черный. Это такой, знаете, цвет какао. Такой темно-коричневый. Вам пойдет. Вообще, мне кажется, знаете, вот иногда приходят клиентки и учат меня красить. Ну, это смешно. Потому что, знаете, у меня, во-первых, сертификаты есть, опыт работы есть. Я каждый день, да, крашу людей. И мне, конечно, лучше знать, как правильно. И, знаете, иногда вот девушки красят себя и не понимают, что им просто вот не подходят какие-то вещи. А я это вижу, я умею вот анализировать лицо полностью, я вижу всю картину. И, знаете, я вообще не люблю вот это вот слово «красить», да? Я не визажист вообще, я художник. Поэтому я не крашу, да, я пишу, как художник пишет свои холсты. Не люблю. Вот. И на обучениях тоже девочкам всегда говорю, что я не крашу, да, что я творю, я рисую. Так. Ну, тут, конечно, расчесывать ничего. Так. С другой стороны, знаете, вам и укладывать нечего, то есть, в принципе, можно гель даже
знаете, у меня тушь. Днем тушь, вечером муж. Нет, вы не переживайте, я пользуюсь ей только как тушью. Ай, аккуратнее, пожалуйста, можете как-то не моргать. Все-таки я вам ресницы крашу, да? Все-таки, знаете, вот я считаю, что конечный результат — это всегда работа двух людей, да? Визажиста и клиента. Поэтому вы тоже постарайтесь все-таки посидеть спокойно. Да-да, занятость 2,5 часа. Ну, я понимаю, что мы с вами сейчас уже 3 часа сидим, но тут еще работать на, ну, часа полтора хотя бы. Но тоже поймите, 2,5 часа — это все-таки такая общая цифра для всех. А у вас все-таки такой как бы особенный случай, потому что вы... Ну, я вам говорила, у вас особенное лицо. Вас ждут. Ну, я все понимаю. Осталось чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Хорошо. Так, а нам что с вами остается? Губы, да? Губы в основном. Такой вот карандашик возьму. Вы не любите, когда за контур вам выходит. Но знаете, вы все-таки моделью ко мне пришли, поэтому модели, они как бы не выбирают. Вот, поэтому я делаю так, как мне нужно все-таки, да. Ну, или приходите ко мне на полную стоимость. Все-таки у меня макияж стоит 8 тысяч рублей. Но это дневной. Вечерний 10. Свадебный 20. Так. Тыки-тыки-тыки-тыки. Ага. Ну, я все губы вам закрашу. Такие они у вас сухие. Ну, это просто у вас какая-то, видимо, проблема, да, со здоровьем. Вы к врачу тоже сходите, потому что, ну, что-то у вас не в порядке, мне кажется. Тут все такое сухое какое-то, засыпается прям. Прям сыпется. Прям весь пол уже засыпан вами. Подметать еще потом придется, ну, тоже понимаете, такая у меня была, да. Ну, я вам так костюмика нанесу. Я вам, хотите, подарю. Я клиенток просто потом не хочу герпесом заражать. А кисточки что-то... Ну, тоже кисточки не хочется, конечно. Так. Пожалуйста, это вам. Пользуйтесь. На здоровье. Да, у нас осталось только пудра, наверное, да. В принципе, мы с вами тут уже с вами 5 часов сидим, представляете? У вас как жопа не отекла еще. У меня вот... Я очень устала уже. Целый день на ногах, понимаете? Сначала одна клиентка, потом вторая клиентка, потом еще вы пришли. Весь день работаю. Весь день работаю. Вообще всю неделю работаю тоже. Вот, вообще. Я припудрю вам все лицо все-таки. Это у вас, как бы, знаете, у вас она как будто сухая кожа. Но как-то я даже вот первый раз такое, если честно, вижу, что вот у вас кожа сухая вся. Но при этом блестит вся, как блин. То есть она одновременно и шелушится, да, и блестит. Такая вот она как-то не определилась еще. А кисточка у меня профессиональная. Хорошо, хорошо. В принципе, мы с вами закончили. Давайте снимем теперь результат. Мне еще надо сфоткать вас. Давайте я сфоткаю сначала. Пока еще ничего не размазалось. А, смотрите в камеру. Ну, как-то вот голову чуть-чуть приподнимите. Мы с вами забыли укладку сделать. Я думаю, что не так, что так уродливо все. Сейчас я возьму специальный мусс.
Держится же. Вам шампунь. Такая у вас форма головы еще неправильная. Как-то даже так необычно. Артхаус. О, тут немножко осталось средств на руках. Давайте я вам еще на руки добавлю. Волосы на руках вам уложу. А то у вас они такие обильные тоже. Угу. Но все-таки в кадре их может видно быть, поэтому. Угу. Слушайте, ну мне так нравится образ. Мне так нравится. Я прям вдохновилась. Давайте. А давайте я еще вам глиттером вот так вот шею вот всю. Вот так вот. Прям таким плотненьким. Знаете, сейчас возьму кисточку. Вот плоской кисточкой. Мы сейчас вам обильно блестки нанесем. Оно прям такой маской, знаете, из блесток. Оно, кстати, плохо оттирается, поэтому, когда домой пойдете, тоже купите, пожалуйста, гидравильное масло. Если у вас нет, а я думаю, что у вас нет. Потому что оно там очень намертво держится. Зато красиво будет, красиво очень будет. Я как раз вот купила эту штуку. Ну как, мне пришла с Алиэкспресса. Я еще пока ее не тестировала. Вы как такой инопланетянин немножко. Отлично, отлично. Красавица. А давайте уши. Уши вам еще тоже замазала, но, наверное, не буду пока что. Так, давайте еще раз вас сфоткаю тогда. А сколько у вас подписчиков в Инстаграме? 5000. 5000 у вас в Инстаграме. Ну, вы меня отметите, да? Хорошо. Так. Немножко голову. Ну, как-то вот раскрепощеннее. Может, кофту снимете, может, как-то в лифчике. Давайте. Сейчас экспозицию может понизить. Попробуйте как-то лицо поменять, выражение лица как-то. Нормально, давайте продолжим тогда ТикТок снимать этот рилс. Рилс. Так. О, давайте я вас еще с этим светом сфоткаю. Хорошо смотрится. По-другому чуть-чуть встаньте. Ага. Так, ну ладно. Фото, наверное. Давайте. Ну хорошо. Может, вы сами еще попробуйте сфотографироваться? Ну так, просто селфи. Вот. Давайте на мой телефон у вас. Xiaomi. Давайте. Можно посмотреть? Спасибо большое, да, что пришли.
Да, всего хорошего, до свидания.